Здравствуйте, компания Прогрессавто приветствует вас на обзоре Kubota GL25, полноприводный трактор Kubota. И, соответственно, серия GL, максимально распространенная как у нас в стране, так и в Японии. Очень много на них запчастей, авторички, но и надежность, тем не менее, не подводит, то есть трактора работают хорошо и без проблем. Слышим, я думаю, как ровно работает двигатель, мягко. Это вот их визитная карточка. Все Kubota этих серий уже очень и очень мягенько так работают. Приятно на них ездить. Соответственно, видим родную краску. Есть, конечно, некоторые подкрасы какие-то непонятные, но тем не менее, в большинстве своем красочка везде родная. Никакой гнили, ничего подобного нет. Теперь точно навесное устройство с быстросъемом, гидрорегулировками. Фреза Kubota RL15G, соответственно, полутораметровая. С упорными колесами в комплекте. Посмотрите на ножи. Состояние ножей просто новое. Соответственно, красочка с них стерлась, слезла со временем, но тем не менее износ просто ноль. Поэтому новые ножи из Японии. По шинам ситуация та же самая. То есть задние шины у нас практически без износа. Передние по износу также минимально, но, к сожалению, есть растрескивание. Я думаю, их видно. Работает выхлопная труба у нас здесь, смотрим по выхлопу сразу же. Сейчас на газ. Две с половиной тысячи оборотов, я думаю, видно. Примеси выхлопы ноль, все ровненько и чистенько. Наработка 616 часов, ну отсюда, соответственно, и очень и очень мягкая работа двигателя, ну и в принципе общее состояние. Об общем состоянии. Резиночки, на удивление, все целые здесь у нас. Естественно, быстрый разворот. Куча регулировок. Может быть осуществлена по навесочке. Здесь у нас также есть реверс, естественно. Ну и здесь уже стандартные кнопочки по поводу фар, поворотников и сигнала. Раздатка, 4 положения не сказал, к сожалению, забыл. В принципе, вот, кстати, состояние под сиденьем. К слову, о родной краске, отсутствие ржи и подобных вещей. Здесь все прямо целенькое, хорошо сохранившееся. Сиденье, кстати, родное, также вот оно. Все целенькое, живое. Поэтому вот такая GL-ка 25-я. Прекрасный вообще трактор по состоянию, прямо-таки завидно. Теперь наличие прогресс авто. Приезжайте, будем вам рады.